Вячеслав Легкодух – человек в АПК края, не новый. С 2010 года он возглавлял Ейскую ассоциацию крестьянско-фермерских хозяйств. В 2016 году стал членом Аграрного совета при губернаторе Краснодарского края. Для меня, конечно, это было, скажем так, ожидаемое, но сюрприз. Почему? Потому что в фермерском сообществе, в нашей организации много достойных представителей, которые могут быть и на моем месте. Ну, это, я так думаю, оценка ассоциации фермеров, моей всей деятельности как председателя Ейской фермерской АККОР. Кандидатуру Вячеслава Легкодуха поддержали все члены совета АККОР края. Фермерский омбудсмен будет подчиняться напрямую главе региона. Как отметил вице-губернатор края Андрей Коробко, задач, которые предстоит решать омбудсмену, много. Это и земельные проблемы, и юридические. В том, что сегодня вы выбрали Вячеслава, я скажу, что колоссальный опыт имеет не только в рамках защиты интересов, но еще колоссальный опыт имеет в развитии. Будет сильный фермер, никто его трогать не будет. Будет слабый фермер, его начнут все кусать. Напомню о том, что на Кубани нужен представитель интересов фермеров, заявил губернатор Вениамин Кондратьев на краевом съезде аграриев. А уже 21 апреля глава региона подписал постановление о введении в регионе новой должности. Теперь кандидатуру Вячеслава Легкодуха должен утвердить губернатор края.